Він був не таким, як всі. Прямий, але справедливий. Гострий, але людяний. Саме він зміг повернути Харкову звання найкращого міста України. Харківський міський голова Геннадій Кернес зумів показати не на словах, а на практиці, як треба любити місто і як з честю нести звання Харківського міського голови, мера, в якого вірять і якому довіряють. Саме він перший, хто став на бік людей, пішовши у двори, на підприємства та виші. Його виїзні прийоми стали частиною життя Харкова. Мер на власні очі бачив і чув, що потрібно для комфорту харків'ян. Обов'язково вирішував актуальні питання людей. Якщо сказав – виконав. Глобальний розвиток дворів, інфраструктура для дітей і дорослих, відродження дошкільних і шкільних закладів освіти, оновлення парків та скверів, спортивні локації для людей різного віку і стрімка перебудова міста, оновлення громадського транспорту, комунальних служб, новації у всіх сферах та напрямках. Все те, яким зараз люди бачать Харків, у всьому частка душі Геннадія Кернеса. Вы влияете на архитектуру так какие-то истории? Конечно. Я не дам из Харькова сделать помойку просто-напросто. Вы знаете, вы мне что-то не сказали. В каком состоянии это все было до того, как вы приложили к этому руку? Я уж не побоюсь этого сравнения. Ну, оно все разваливалось. Оно все разваливалось, могло навредить. То есть такое наследие Советского Союза, за которым никто на протяжении многих лет не следил. Ну вот этого ничего не было. Ничего. Вот эта шапка была. Вот церкви этой не было. Это мы ее строили. Это новая церковь? Да, но не новая, но ей сколько, 8 лет. Ну имеется в виду в рамках... Она такой под старину подстроена, очень интересно. В рамках реконструкции. Это мой здравствуйте, товарищ, здравствуйте, друг, с которым я здесь нырял постоянно. С 12-го года. По-моему, всем привет. Рад вас видеть. Так же. Ну как, говорю. Привет, привет, привет. Смотрите, сколько хорошо людей, вот просто знакомых. Смотрите, вот этот крест месте мы начинали делать, вот отсюда все началось. Привет, давай. Ну, давайте. Есть телефон? Скажи, что ты хотел? Здравствуйте, спасибо за такой красивый парк. И тебе спасибо. Расти, скоро зоопарк будет. Да? Да, будет зоопарк один. Так кто вас вдохновляет? Или что? Вот ну, что детали меня вдохновляет? Я очень люблю этот город. Просто сама любовь к городу? Я здесь рос, здесь росла моя семья, растут мои внуки, друзья здесь мои. Я здесь ходил в школу, я знаю все дворы, все новые дома. Я постоянно в контакте с харьковчанами, потому что... Это главное, что власть должна показать горожанам, что у власти есть желание, есть лицо, есть возможности сделать лучше, удобнее, безопаснее. И, конечно, чтобы всегда, всегда человек, который придет, получил помощь. Любую, то ли хорошим словом, то ли хорошим делом, но чтобы это было по-настоящему. А что вам здесь не нравится, я прошу прощения? Надо поменять? Ну, он просел, во-первых, и зачем? Зимой его порвет просто. Вот такая же лавка впереди, в этом месте. Вы вообще понимаете, мы как будто, знаете, мы как будто не в другом городе, мы вообще в другой стране. Я так могу сказать, если я что-то обещаю, я это помню, угу. И для меня мои слова не просто ветер, здравствуйте, а слова делового человека, здравствуйте, слова делового человека. Поэтому по делу я работаю и по делу я отвечаю за свои результаты. Леся Копилюк и вся команда «Харьковских известий».